То, что диаспоры боятся миграционной службы как огня, это стереотип. На деле же бегают от сотрудников в форме только нелегалы. Таких в армянской команде «Урарту» не держат. Все игроки – граждане России. Так что бояться нужно не им у ФМС, а наоборот. Настолько сильными игроками в волейбол оказались армяне. Знаете, мы постоянно играем. Последние несколько лет не играли, но мы в основном собираемся, две команды, наши ребята, армяне, русские, и занимаемся для здоровья, клуб здоровья. Работу с диаспорами в управлении ФМС ведут регулярно, а вот спортивные соревнования провели впервые. Избежать встречи с миграционкой не попытался никто. Сами диаспоры, они делают все для того, чтобы их сограждане, да, которые здесь находятся на территории Российской Федерации, они находились на законных основаниях безо всяких нарушений. Потому что, ну, это никому не нужно, видать, эти нарушения, штрафы, выдворения и так далее, депортации. Пока одни сражаются за звание лучших, игроки узбекской команды совершают ежедневный мусульманский ритуал. Волейбол – не повод не держать ответ перед Богом. Я вот читаю молитву 5 раз в день, прошу Аллаха, чтобы помогал в спортивных местах, не только спортивных, других соревнованиях. А вот удача в этот день улыбнулась другим командам. Лучшими оказались армяне, второе место заняли азербайджанские игроки, а бронза досталась УФМС.